Это видео, снятое самарскими блогерами, набрало в интернете десятки тысяч просмотров. Часть улицы Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Алма-Атинской с приходом весны стала похожа на Венецианский канал. Городские власти на проблему отреагировали быстро. Тут же на место выехала бригада рабочих. Еще недавно уровень воды на этом участке достигал 20-30 сантиметров. Сейчас местами по щиколотку, а кое-где и того меньше. Воду здесь откачивают круглосуточно. Работы не прекратятся, пока не растает весь снег вдоль дороги. На этом участке дороги нет ливневой канализации, поэтому приходится привлекать спецтехнику. За 12 часов рабочие откачивают насосными машинами от 150 до 200 кубометров воды. Чем выше температура, тем таяние усиливается, и будем откачивать воду. В зависимости от температуры воздуха, количество техники варьируется в ночное и дневное время. Трех машин достаточно в смену. Мы поддерживаем уровень. Разлившуюся воду собирают в цистерны и сбрасывают в ливневую канализацию. По словам специалистов, этот участок один из самых сложных в городе. Локальный паводок здесь происходит ежегодно и на какое-то время затрудняет движение машин. Впрочем, автомобилисты из воды выходят сухими, а пешеходы в промзоне – редкие гости. К тому же снег скоро растает. Алина Чемерис, Константин Головин, События.